1958 году я поступил в педагогический институт имени Яковлева. И общежития тогда не было, а мы втроем нашли квартиру около Волги, во Враге, у одного старика, дяди Коли. И постоянно ходили купаться на Волгу, тогда разрешалось купаться в любом месте. Когда началась ледоход, мы уже начали купаться на Волге. Искупались между льдами, и мы выходим к берегу. Вот мы стоим тут пятером, вот крайней стою я. Это очень приятно было. Мы бежали на Волгу, а потом искупались, вытерлись. Когда поднимаешься в гору, все дело горит, нагревается, и целый день в хорошем, в отличном состоянии время проходит. После 4-го курса нас послали на активную практику в другие районы, мне, например, в Бурдарский район, и у меня не было возможности купаться дальше. Тогда я еще обливался, сейчас перестал. Всегда в Чебоксары, когда приезжаем, смотрим, как развивается город. Конечно, так как 4 года купались, моржевали на Волге, всегда ходили на Волгу. Волга, для Чебоксары, это кормилица. Волга же транспортный средство. Мы всегда по Волге ездили в другие города. Например, мы раза 3, наверное, 4 в год по Волге ездили в горки туда, Нижний Новгород. Эти годы, студенческие годы, это в моей жизни самые чебоксарские годы, это самые веселые, самые запоминающие, самые лучшие годы моей жизни были. Хочу часто и часто еще приезжать в Чебоксары и побывать на Волге.